Сотрудники налоговой инспекции по Московскому району пришли в этот раз на центральный рынок Бреста не за покупками, а исключительно по работе. Цель – в рамках акции вручить памятки по изменениям, которые с нового года ожидают предпринимателей и юридических лиц, объяснить алгоритм действий и ответить на возникающие вопросы. Налоговые органы Республики Беларусь напоминают, что с 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах обязаны использовать кассовое оборудование. Предпринимателям на рынке объяснили, что необходимо заблаговременно позаботиться о приобретении кассового оборудования, заключить договор с информационно-издательским центром по налоговым сборам и подать заявки на подключение к системе контроля. Перед обращением в информационно-издательский центр субъектом хозяйствования, намеревающимся использовать программную кассу, необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы. А те, которые планируют использовать кассовый аппарат, им необходимо заключить договор с центром технического обслуживания ЦТО и ремонта кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт данного кассового аппарата. Налоговые органы рекомендуют субъектам хозяйствования до приобретения ими кассовых аппаратов и программных касс уточнять у продавцов данного кассового оборудования возможность последующей доработки этих кассовых аппаратов для программных касс и использования при реализации товаров, подлежащих маркировке, унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации. Умение быть гибким и чутко реагировать на изменения в сфере законодательства – одно из важных условий ведения бизнеса. Ведь потери и штрафы при обнаружении нарушений могут серьезно ударить по карману. Поэтому не стоит испытывать судьбу, а лучше подойти к этому вопросу основательно. Ведь недаром гласит народная мудрость: готовь сани летом, а телегу зимой. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.